7 августа, 17-й год, Харьков, 21:15 по Киеву. 5 минут назад было максимальное полнолуние, максимальная освещенность Луны. А через 5 минут будет максимальное лунное затмение. То есть на 25% диск Луны попадет в тень Земли. Сейчас уже практически близко к максимуму. Фотоаппарат стоит на треноге. Движение Луны по экрану — это движение Луны вокруг Земли, вращение Земли суммарное. Увеличение 50-кратное оптическое и 200-кратное цифровое. Да, ну, в общем, фотоаппарат не самый лучший, но благо техника нынче. Позволяет даже такими фотоаппаратами снимать. 21:18 по Киеву. Убегает Луна, убегает. Сейчас я попробую ее на полный экран снять, а не на максимальное приближение. Дабы всю картину было видно. Какой-то хоть гироскоп стал, честное слово. Да, пытались сегодня ввести в заблуждение новости нас. Сообщали, что полное затмение, ну, максимальное затмение будет в 23:20. Пришлось лезть на сайт НАСА. Оказалось, что 18:20 UTS по времени максимальное затмение. То бишь это получается Universal Time плюс 3:21:20. А так могли и прозевать. Что-то сплоховали наши новостные ресурсы. Двадцать один девятнадцать. Ну, наверное, это все, что мы то, что будешь делать. Сейчас все будет. Двадцать один двадцать. Вот это оно. Максимальное затмение. Хочу с опережением выставить, чтобы оно в кадр влезало.
Вот так будет идеально. Ладно, дадим ему пару минут покоя. Называется «Лучший враг хорошего». Не хочет луна попадать, не фотогенично себя считает, видно. Двадцать один, двадцать три. Пик затмения уже прошел. Ну и сколько оно будет? Полчаса стоять вот такое? Ну, оно теперь будет просто уменьшаться. Тень будет с луны. А мне кажется, оно немножко уменьшится. Конечно, да. Она довольно быстро уйдет. Сейчас так оно еще подлезет и будет замечательно. Вы еще будете стоять? Да еще минут пять, у меня же там конвейер ребята хорошо подстраховали. У вас спички есть? Зажигалка устроит. Да, мне костер зажечь. Угу. Вот красота. Наверное, даже можно зафиксировать, увидеть, как тень земли сползает. Ветер, зараза, поднялся. Хлипкую мою треногу колышет. Штатив, конечно, оставляет желать лучшего. Да, красиво.